В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках соревнований «Армейские международные игры 2020». Об этом передает «Взгляд». AZ со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана. В жеребьевке приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей. По результатам жеребьевки азербайджанские танкисты выступят 23 августа, в первый же день конкурса. Азербайджанская команда будет состязаться с танковыми экипажами из Китая, Беларуси и Сербии. Друзья, мы следим за этими событиями, подписывайтесь на наш канал.